У нас не солдати, у нас кіборги, понімаєш, їх вже так називають. Там просто пиздець, ви просто туди заходите, блядь, вас роблять через півчаса шашлики, блядь. Все. Це ЗСУ, затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ, тут пацани заїбашуть без сумніву. Це ЗСУ, за Україну зітремо з лиця землі. Второй мотоледе повезло немного меньше, чтобы потом не говорили, что это украинская мотолеба. Вот сразу видно расшивку, свастику. Ух, воняет как. И видно сразу даже по запаху, что россиянская. Жаль, пулеметика только. Вот. Такая картина. Ну, наши артиллеристы молодцы. Жару да. Вот здесь мы начались. Тут у нас был бой. Помню, как мы тут ебались. Получается, командование нас кинуло, убежали, ну, оставили нас с моими сослуживцами вдвоем. Uh-huh. Ну, не вдвоем, получается, там 19 человек, остальные убежали, получается. Uh-huh. И командование старше, и товарищ майор, там,
никто не пришел, не помог. Получается, командование просто нас бросило. Угу. Команды никакие не поступали, что делать? Нет? Никак просто нет. Убежали и все? Так точно, убежали и все. Угу. На территории Украины меня никто не обижает, не бьет, дают кушать, пить, курить. С родными связывался? С родными. Позвонил маме, дали позвонить родным. Все хорошо у меня. Кого ты увидел, кто живет на территории Украины? На территории Украины живут мирные жители. Обычные, ну, рабочие люди. Мы, получается, пришли сюда как захватчики, оккупанты. Получается, как мы, получается, фашисты здесь. Имя, отчество? Изгунов Павел Александрович. Так, откуда ты? Город Оренбург. Служу в Таманской дивизии, 2-й Таманской дивизии, 15-м стрелковом полку. Был разочарован в действиях российской армии, в российских войнах, в их злодеяниях. Верховным этом главнокомандующим Путине. Кто он? Хуево. И надежда на то, что они меня отправят домой когда-нибудь, поменяют, дадут отдохнуть, дадут увидеться с родными, нет. Кидают просто как мясо. Мне больше нет смысла это терпеть. Я лучше перейду в нормальную страну, буду с нормальными людьми воевать за свободу страны. А потом я хочу со временем найти здесь себя и перевести сюда свою мать. Ну, хотя бы, чтобы она в гости ко мне съездила сюда. Или в Крым, если получится его отбить. Понятно. Ну, ты же поможешь? Конечно. Понятно. Красавчик. Скажи, о подразделении Скалы ты что слышал? О подразделении чего? Скалы. Скалы? Про где русские? Не-не. Пленные? Не-не. Ну, в Украине вообще говорится. Он произносит, когда он сказал. Ну, из русских пленных. Ну, я только про такой слышал и все. Я понял. Что там именно русские пленные, которые воюют против русских, да? Ну да, мне такой говорили. Ты станешь в их ряды, да? Да. Так, Игорь, да? Да. Давай, ты имя, отчество, фамилия. Семенков Игорь Игоревич, передавай. Из Смирнова, 15-м гвардейскому стрелковому полку. Часть 31-34, Московская область. Москвич. Ты с Тулы, да? Я с Тулы, сам с Тулы. Понятно. Родился в 2001 году. Понятно. Был срочником, потом подписал контракт? Нет, изначально... Контракт? Мне предложили, да, позвонили с военкомата, предложили...